Всем привет! Вот я закупил сегодня сено для морских свинок. Так, что у меня получается? 6 рулонов по 250 рублей. Сено хорошее. Как раз вот смотрел, искал для кроликов, для морских свинок. Разновидность. Здесь лесное, а здесь луговое. Ну да, едят хорошо. Сейчас вот. Сегодня вообще день этот. Покупок, продаж. Сегодня уже попугаев очень много забрали. Сейчас и морских свинок сегодня, по-моему, всех заберут. Сейчас вот тоже едут с Иркутска за морскими свинками. Так что сено заготовил. Так, если молодежь заберут, сейчас у меня получается 4 самки и 1 самец. Ну, я думаю, не знаю, вот этого сена. Так, если оно по 25 килограмм примерно. Так, 100... 150 килограмм здесь этого сена, поэтому не знаю, насколько хватит. Если что, докупим. Купил вот они листы USB на, сейчас вольер покажу уличный, где у меня на улице вольер, канарейки лето проводят, стенки сгнили, его тоже взял с завода, прям привезли в магазине, он стоит 900 с чем-то рублей, вот этот лист, это девятка. А я его брал по 500 рублей за этот лист. Толщина девятка, но он придется его обработать, потому что мне кажется, что он не обработанный. Ну, как обработать этим лаком или, ну, какой-нибудь этой, не краской, как он называется, эмульсии разные присадками сейчас его обмазать, чтобы он от влаги не разбух. Ну, от влаги не разбух, единственное. Сейчас покажу, куда его буду крепить. Ну, и на вольеры для корел буду делать клетки, все уйдет туда тоже. Сколько? Я его недавно брал. Так, 3, 1, 2. А, 4 листа, да. 4 листа. Сейчас пойдем морским свинкам посмотрим. Дал сено, посмотрим, как они уйдят. Сейчас здесь сжигаю от огурцов, от помидор, ботву, вот снег идет, ну вот так сыпет сегодня немножко морским свинкам. Сегодня, если молодежь заберут, то уже буду их переселять потом. Ну, вот молодежь уже сюда пролазит. Вот она сена. Убежали. Ну вот мамаша возле него сидят, кушают. Так что сено хорошее. Ладно, пойдемте вольер посмотрим. Вот на этот вольер уйдет, наверное, пару листов. Вон, видите, что творится. Это все надо будет. Вот эту стену. Это как раз та сторона, откуда льет дождь и светит солнце. Север. Это северо-западная. И вот эту заднюю тоже. Вольер отодвигается. Все поменяю. Время будет. И уже на следующий год, чтобы канарейки отсюда не убежали. Вот сейчас дострою дом. И вот здесь я сделаю хорошие большие вольеры. Вот здесь большие, огромные вольеры. Будет выход с этого помещения, где у меня попугай. И вообще будет шикарно. Ну, а сейчас пойдем посмотреть птенцов, попугаев, что там. Нижний вольер. Вот оно. Третье окно. Вот в нем там сейчас попугай размножается. Зашли мы попугаем. Попугаи кушают. Сейчас сынок ему раздал корма. Мамаша сейчас кушает кашу. Полетят птенцов кормить. Кто-то эту минералку ест. Сейчас сегодня утеплял. Вот здесь дверь повесил на дверь. Вот такое сукно. Вон дверь. Чтобы не дуло, уже все. У нас прохладно прям. Прям чувствуется холод. Малый. Вон новые попугаи уже вообще по рощинку едят. Вот он, молодежь, самец белый, синий. Хотя там пророщенки они не ели. Вроде смотрю, они поносят. Сюда же запустил, который мне подарили. Птиц.
Двух штук я отдал, подарил дальше, потому что, ну, самочки, они взрослые уже, на размножение мне такие не нужны. Слабые. Остальная птица вся полетела. Кто смотрел, видели, как я их выпускал. На него здесь по полу бегали. Взлететь не могли. Ну, все, вот все сидят. Уже освоились. Ну что, давайте сейчас. Сейчас сын придет, и мы будем смотреть гнезда. Сейчас пока наверх. Пойдем, затопил печку. Вот там, видите, поставил гнезда. Там один он. Сейчас. Тима, внизу постой, сейчас я подведу. Так, птенцы. Ладно, снимал не так. Может, видно их. Кормят. Вот они гнезда. Для Амадин. Смотрю, Амадин самцы пускают. Траву, ладно, поставил. Что будет, то будет. Чтоб канарейки лишь бы туда не лезли. А то канарейки сейчас там натворят жилов. Если Амадин сейчас себе там сделают гнезда. И посмотрим, пускай размножается. Все, так, вчера взял ракушку, смотрите, какая ракушка. Шикарная для... Вот она ракушка для канареек. Попугаям, наверное, тоже можно будет дать. Ну, попугаям, говорят, ну, я даю им, песок даю, ракушку сыплю. Это все исчезает, наверное, они едят, наверное, Ну, вот она прям шикарная ракушка. 25 рублей килограмм, она прекрасно дроблена. Канарейки ее за день съедают. Вот. Вот я им насыпал вчера, вот здесь была такая куча, они не съели. Вот. Гнездо только что поставил, еще не это. Сено напихал туда. Чтобы они лишний раз там не работали. Вот мой помощник пришел. Давай, держи. Пойдем. Сегодня приехали. Ну, я сейчас снимал видео, рулон сена купил. Сегодня приехали за свинками, купили сразу 3 штук. Я думал, у меня там 3-5 штук было. Да, по-моему, 5, я не помню. Троих забрали, 2 остались. Да, 5 штук было. Как раз уже сено, все, сено я потратил 1500, и вот 1500 сразу же и вернулось. Теперь остальные, завтра приедут еще, остальные уже пойдут. Да и до этого уже доход был от них. Ладно, давай. Птенцов посмотрим быстро. Давно я не лазил, поэтому не знаю, что здесь и как здесь. Посмотрим, где кого, чего. Ну, птенцы маленькие. 6 штук. Все яйца вылупились, видите, это пустые яйца. Все стопроцентно. Ну, этот, есть француз, нет француз. Пока здесь еще рано что-то говорить. Видите, здесь вообще все пустое. Куда все девалось? А хотя во всех, и снимал видео, абсолютно во всех гнездах были яйца. Ну, они первое размножение у них. Здесь самочка сидит. Первое размножение у них такое, видите, там пока они уже себе гнезда найдут, пока они определятся, пока это будут лазить по гнездам, драться. Вот здесь вот птенец, маленький, большой птенец. Яйца там, а некоторые подозрительные. Вот везде птенцы, яйца, птенцы. Насчет французов, это мы посмотрим, когда они уже будут оперяться. Посмотрим, перешла сюда эта зараза. Афинный клещ или француз, или как там называют, кто как там его там называет. Если была. Лечится, не лечится. Факт то, что факт очень много. Это не очень много. Сократил я сократил
этого клеща, потому что во втором выводке очень много было птенцов без перьев. Я начал давать разные препараты, витамины, корм поменял немного. Уже намного лучше стал результат, но все равно были клещи. А, это мы показываем, да, уже? Да. Вон ошейник, вон у нас саморезы в углу. Саморез, там антиблошиный ошейник. Чтобы, ну, для собак это ошейник, я кусочки, кто смотрел видео, я от ошейника кусочки отрезал и заворачивал их это в домики, чтобы, оба-на, а сюда уже птенцы были, да? Интересно, здесь птенцы уже вылуплялись, а я видео снимал один раз. Ну, я убирался здесь, может быть, они выкинули в этой подстилке, просто ушли. Не знаю. Добавил я им еще гнезда. Ну, вот один птенец помер, вот он, видите? Один птенец уже. Так, здесь что у нас? Здесь у нас тоже ничего. Убираем яйцо сюда. Вот здесь тоже ошейник, вот они прямо на нем лежат. Вот он. Здесь опилок мало, чек, надо им опилок сюда подсыпать. Ну, птенцы почти во все гнезда. Здесь тоже ничего нету, не пойму, где все это. Нету? Нету? А куда дели? Не знаю. Вот так загадочные попугаи. Куда они это съедают, блин? О, здесь птенцы уже большие. Ну, у этих перья прям хорошенькие. Дай бог. Вот здесь, а видите, смотрите. Да тихо, отпусти меня. Тима, ну-ка чуть подальше. Здесь два птенца высохли аж. Погибают. Первый выводок тоже очень много было там, наверху. Первый выводок неопытные. Здесь вся молодежь. Здесь стариков нету. Здесь вся молодежь попугая. Они неопытные, ну-ка. Поэтому поначалу уже второй раз уже будет получше. Здесь все нормально. Ну-ка, подожди-ка. Здесь только вылупили сено. Соль грызут по-страшному, аж все мокрое. Соль едят снизу, они языками его лижут, из-за этого мокрое такое. О, смотрите, какое гнездо. Она свила гнездо прям. Ну-ка, отойди отсюда. Смотрите. Сфоткай ее. Она прям свила. Вот они, видите, какие опилки, вот на полу кто-то выкинул с другого гнезда. Это. А она их не стала выкидывать. Она свежие. Это вот свежие. Это свежие гнезда. Там самочка сидит, не знаю, сидит она. Ладно. Пускай сидит. Это вот когда я привез эти гнезда. Нет, надо эту пробку было убрать. Так, здесь ничего нет. И вот здесь гнездо. Здесь тоже гнездо оно свило. Видите, когда щепа такая, не опилки, они их аккуратненько приминают, делают гнезда. Вот и стоит корм, комбикорм стартовый для цыплят. Они его едят потихоньку. Потихонечку едят. Давай, идем сюда, пускай они все замыкают.
все вот из всех гнезд. Раз, раз, два, третий где-то был. Этот высох, этот сдох, яйцо пустое. Вот он. Вот он. Ну, отход небольшой, сами видите. Из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из 15 гнезд. Ну, это ерунда, это вообще ни о чем. Поэтому будем ждать сейчас, пока вырастут. Пока начнут оперяться, а потом посмотрим. Будет у них француз, не будет у них француз. Это время покажет. Ну все, свинок на днях переселю. Наверное, все, завтра займусь их клетками здесь, которые почищу, приготовлю, переделаю немного. Завтра еще заберут. Ну и будем дальше разводить. Сонька скоро родит на днях. Поэтому все-таки берут их. Я переживал. Спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.